Всем привет! Обзор мобильного телефона Nokia 2660 Flip, раскладушка, модель TA1469. Так, вот у нас характеристики. Перед тем, как перейдем к его обзору, призываю подписываться на Boosty и Patreon канала, ссылки вы найдете в описании. Там вы сможете поддержать канал и получить доступ к отдельным материалам, которые будут выходить только для подписчиков Boosty или Patreon. Так, 2,8 дюйма дисплей. Еще маленький есть 1,77 дюйма дисплей. Большие кнопки, экстра большие кнопки с подсветкой. 1450 мАч батарейка. Ну, это хороший звук. И какая-то кнопка чего-то там. Хорошо, давайте смотреть. Так, открываем. Это вроде открыто, но пройду еще раз. Так. Открываем. В комплектации обнаружим зарядное устройство, microUSB и документация, а также батарейка отдельно. Открываем мобильный телефон. Это вот экстра дисплей, который поменьше. Вспышка, камера. Такая вот красный цвет. Вот есть еще зеленый и черный. Вот такая вот раскладушка с большими кнопками. Вот, когда-то были очень модные такие раскладушки, очень-очень давно. Большие понятные кнопки. Так, и давайте поставим батарейку. Для этого нужно снять заднюю крышку. Сейчас бы разобраться, как она снимается. Вот так вот она снимается. Вот здесь вот снизу нужно поддеть. Тут есть такое специальное место, и его видно. Дальше у нас слоты для нано-сим-карт. Причем нано-сим-карты просто засовываются, вставляются беспроблемно. Тут ничего не нужно открывать, только microSD-шку нужно открывать. Если мы хотим карту памяти поставить, открыли, поставили и защелкнули. Ну, ставим батарейку. Так, батарейку поставили и включим нашу раскладушечку. Так, есть. Все пропустили. Большой экран, меню, понятные иконки, журнал вызовов, контакты, галерея, камера. Так, радио, змейка, интернет, ну, параметры. Ну, в общем, тут все стандартно. Калькулятор, будильник, игры, фонарик. Вот, причем очень удобно включается, не так как тут вот операционная система, она больше такая эргономичная, вот больше понятная, вот прям вот эта вот Nokia мне нравится, ну, значительно больше остальных. Вот, тут все поинтересней. Так. Верхней кнопкой можно включать фонарик. Написали в комментариях, что так во всех Nokia верхней кнопкой джойстика можно включать фонарик и также его выключать. Самый удобный способ. Так, это вызов SOS, долгое нажатие. Это кнопки регулировки громкости. Порт для наушников на этой части. Закрываем. Ну и тут у нас такой вот дополнительный экранчик. Время,
дату показывает. Я так понимаю, он энергосберегающий. Вот, и, я так понимаю, будет показывать еще звонки. Так. В общем, отличный телефон, раскладушка. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.